Как вам сегодняшняя вообще эта вот тусовка, вообще сегодняшняя акция? Как вам? Клево, очень все нормально. Класс, класс. Не, ну я вообще выше. Спасибо. Я не знаю. Мы благодарны Бомберу за такую тусовку. Я рад, что, конечно. Побольше, ну, только не попускайся. Почаще, побольше, да. шуметь. Как вам сегодня понравилась публика? Как вас принимали? Вам понравилось? Да, нормально. Вы почувствовали какую-то энергию, которую вам публика дала? Было такое? Нет, не было. А вы давали энергию? Конечно. Вы давали энергию? Да. Я, насколько знаю, у вас вот новый басист появился. Ну, он не новый, он уже старый, но вроде опять как новый. Я хочу спросить, Влад, ты где в последнее время? Я слышал, ты был в Польше, работал. Да, ну я там тоже по музыке ездил туда. Ну я понимаю, по музыке. А ты можешь как-то, ты был там на какой-то, там каких-то тусовках там? Да, на Майдане Брайт был. На Майдане Брайт, да. Вот именно, короче, вот то, что было сегодня, так вот похоже. Да ты что, даже так? Да, я тебе говорю, кусочек Запада такой. Ну, здорово все-таки, я очень рад, что действительно такое состоялось. Киев. Дезовый город такой, тяжеляк. Жора, конечно, ты вокалист Бредера потрясающий. Вообще, я хочу сказать, что ребята играют в своем направлении просто-напросто. Я такой группы... Макеевский Дез. Видите, даже появился свой такой вот музыкальное направление. Макеевский Дез. Типа шведский, а то макеевский. Макеевский Дез. Так что, ребята, уважаемые телезрители, запомните, с сегодняшнего дня существует такое музыкальное направление, которое называется Макеевский Дез.